Якутские актеры Феодосия Иванова и Михаил Апросимов, сыгравшие в фильме болгарского режиссера «Ага», сегодня прилетели в Якутск. Фильм произвел фурор на международном фестивале «Берлинале 2018», тем самым закрыл основную программу мероприятия. На фестивале кинокритики высоко оценили совместную работу болгарских и якутских кинематографистов. Якутская делегация дала большую пресс-конференцию. Сниматься в фильме было одновременно и легко, и сложно. Легко, потому что мы знаем, какова жизнь в Арктике, ведь мы сами с севера. Это наши соседи, у нас в Якутии тоже есть арктические районы, в которых проживают в основном коренные народы – эвенки, эвены и другие. А с другой стороны, я впервые снималась в фильме. Были свои сложности. Во время съемок было очень холодно, и это непростой труд – работать перед камерой.